А у нас для вас добрые новости. Одноименный конкурс социальной рекламы и общественных инициатив стартует в регионе 28 декабря. Жюри будет оценивать аудиоролики, телевизионные сюжеты и печатные публикации, социальные рекламы, плакаты и целые проекты. Все то, что за минувший год делало общее инфополе чуть добрее. Наверное, в этом году мы как ни в каком другом периоде все-таки нуждаемся для того, чтобы все-таки показывать вот эти примеры доброты, примеры ответственного отношения друг к другу. И этот период их дал огромное-огромное количество. Сегодня Оргкомитет и Союз журналистов Самарской области провели первое заседание. Обсудили номинации и критерии отбора потенциальных победителей. Главное, чтобы произведение было опубликовано в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2021. Победят самые позитивные, креативные и актуальные. Теме героизма врачей в пору пандемии также особое внимание. Очень много заявок. Здесь появляется творчество и гражданская позиция. Речь идет о позитивных новостях. Вот я лично сам оптимист и думаю, что и мои коллеги поддержат меня и тоже будут оптимистами. Я призываю вас быть оптимистами и надеюсь, что весь Самарский край, весь самарский народ будет оптимистами, и мы все победим. Начиная с 2012 года в конкурсе приняли участие 15 тысяч самарцев. 14 номинаций и 27 направлений. От печатных СМИ до блогеров и юнкоров. Подать заявку можно до 1 апреля. Победители определят уже в мае. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.